Солнце такое яркое, совсем не вижу экран телефона. Похоже, у тебя трудности. Кто здесь? Мне ничего не видно. Что происходит? Не волнуйся, могу предложить отличное решение. Та-да! Эта коробка как раз для тебя. Вот так. Внутри коробки всегда есть тень. Есть даже отверстие для телефона, чтобы не держать его в руках. Это видео такое смешное. Обожаю его. Не могу поверить, что они такое сделали с учителем. Отличная работа. Я знал, что все получится. Из картона можно сделать что угодно. Вот, уже похоже на вечеринку. Подумать только, я сделал все сам. О! Надеюсь, Мэдисон понравится. Надо завернуть ее подарки. Вуаля! Упаковано, очень профессионально. О, а вот и она. Куда бы положить эту штуку? Здесь она не увидит, ведь так? С днем рождения! Ты стала на год старше. Самое время отпраздновать. Да! О, нет! Подарок! У меня плохое предчувствие. А как насчет подарка? Закрой глаза, ладно? Что мне делать? Может, здесь еще можно что-то спасти? Идея! Из этого получится нечто классное. Наносим горячий клей на основание. Вот так. Затем прикрепляем сверху вот это и повторяем процесс. А теперь приклеим этот кусок сбоку. Хорошо. И добавим еще несколько в середине. Закрепим палочку с помощью клея. И добавим эту деталь сверху. Вернем заготовку в вертикальное положение. И приделаем вот такие штучки, чтобы выглядело красиво. Осталось положить внутрь конфеты. Я выбрал те, которые любит Мэдисон. Она будет в восторге. Это идеальный подарок. Открой глаза. Сладкого дня рождения, милая. Глазам поверить не могу. Начну с мармеладных мишек. Круто! Эти красные вкуснее всего! Это лучший день рождения в моей жизни! А теперь шоколад! Какая вкуснятина! Давай я тебе немного помогу! Скажи, когда хватит! Ух ты! Это все мое! Сладости для моей сладкой девочки! О! Да, эти деньги можно добавить в копилку! Скорее бы накопить на покупку щеночка. Хочу, хочу, хочу. Щеночки, это круто. Нужно заранее придумать ему имя. Здесь только пыли. Мои зубы. Нет. Вернитесь. О, нет. Это еще хуже. Пожалуйста, стой. О, теперь уже не достать. О, боже! Нет, она разбилась. Бабушка, что случилось с моей копилкой? Не бойся, бабушка все исправит. Мне нужно немного картона. Хорошо. И еще парочку, чтобы вышло несколько слоев. А теперь добавим красок, ведь копилка должна быть красивой. Берем эту круглую деталь. Тут нужен горячий клей. Собачка будет сидеть сверху. Хороший мальчик. Затем приделаем банку с прорезью в крышке. Готово! Вот это да! Собачка кушает монетки! Да, копилка отлично работает! Распаковать покупки! Ух ты, все так классно смотрится! Что еще? О, конечно! Думаю, у стульев должно быть больше ножек. Странно. Ага, другое дело. Сейчас проверим. Воу! Это точно сработает. Уверена. Вот так. Нет. О, это ведерко пригодится. Приступим к работе. Заверну ведерко в толстую мягкую ткань. И поставлю его вертикально. Теперь нужно прикрепить ткань к ведерку. Это должно закрепить ткань. Сделаю то же самое с крышкой. Вот это трансформация. Смотрится лучше, чем любая табуретка. Класс. Надеюсь, будет удобно. Есть только один способ проверить. Ого! Потрясающе! Итак, дети, кто хочет пойти к доске? Хорошо, посмотрим. Что? Я здесь один сегодня.
выбирать все равно не из кого, ведь так? Ладно, тогда ты. Разумеется. Я знаю, что ты с этим справишься. Я буду стараться, мисс. Большего я и не прошу. Хорошо. О, это... интересно. Но ничего страшного. Только сделаю парочку изменений. Вот, почему бы тебе не попробовать снова? Ну ладно, хорошо. Не знаю, что в этом трудного. Просто обвести цифры вот так. Я точно получу за это 5. Это 4. И последнее. Кажется, я закончил. О, маленькая ошибка. Вот. О, ничего себе. Мне очень жаль, но тебе 2. О, думаю, это мне поможет. Вот, пожалуйста. Что ж. Попробуем еще разок. Сейчас. О, кажется, я нашла решение. Это нам не нужно. А вот это подойдет. Да. Вырежем длинный прямоугольник и нарисуем цифры с одной стороны. А вот и я. Возьми. О, это мне точно не нужно. Извини, забыла одну деталь. Добавим блесток вот так. Только посмотри на эти стразы. Теперь совсем другое дело. Видишь? Вау! Такой зачетный блеск! Попробуем еще раз, хорошо? Ты уже знаешь, что делать? Мне нет равных. Гладко, как по маслу. Разве не здорово? Теперь снимаем трафарет. И полюбуйся. Реально крутые цифры. Ты знаешь, что это значит? 5 с плюсом. Именно так. Я великий математик. О, до чего трудно протиснуться в дверь. О, наконец-то. О, боже, что с тобой случилось? Ну, я играла в футбол. Видела бы ты, как быстро я бегала за мячом. Окей, и что было дальше? Ну, дальше я боролась за мяч с одной из нападающих. Это было непросто, но я знала, что делаю. Я отняла у нее мяч и повела его в сторону ворот. А потом... ну, я споткнулась. И упала. И мы проиграли матч. Все из-за того, что я споткнулась. О, меня это бесит. О, мне так ее жаль. Она обожает футбол. Ну, конечно, есть идея. Итак, берем коробку из-под пиццы и раскрываем вот так. О, смотрится неплохо. Итак, пицца съедена. Теперь заклеим края скотчем. Отлично. Оклеим дно зеленой бумагой. Добавим мелкие детали. Нужно, чтобы стало похоже на футбольное поле. А затем соломинки. Согнем их, вставим вот так и приделаем с помощью горячего клея. Добавим яркого стадионного декора. Хорошо, это соломинка для тебя, а это для меня. Теперь дуем. О, ну держись. Чтобы меня победить, нужно дуть сильнее. О, ты мне чуть не забила, но у меня классная защита. Ты меня ни за что не обыграешь. О, да, гол! Ура! Ну ладно, тогда матч-реванш. Поехали! Я опаздываю. Мне нужны мои кольца. Где же они? Они все перепутались. Вот то, которое мне нужно. А, давай же. Ау. Упс. Мэдисон, где ты? Только посмотри. Кошмар. Эй, бумага кончилась. Постой, можно мне это? Что? Втулку от бумаги? Сейчас поймешь. Сперва возьмем коробку. Нанесем полосу клея вот так. И приклеим куски туалетных втулок. Теперь накроем их вот этой тканью. Использую палочку от мороженого, чтобы просунуть ткань между втулками. Вышла стильная шкатулка для украшений. Это отличный способ организовать кольца и ожерелье. Просто и удобно. Вау! Дай посмотреть! Вот нужное колечко. Такое красивое!
О, да, пожалуйста. Желаю повеселиться. Спасибо. Минуту, что? Мне пора. Так чудесно. О, мне тоже пора. Никто не смотрит. Это мой шанс поесть снеков. О, почему так трудно открывается? Ну, давай же. О, нет, пакет разорвался. Конец моим мечтам о вкусняшках. Эй, смотри, бесплатные конфеты! Круто! Стойте, это мои конфеты? Убирайтесь! О, одна осталась. Да ладно, вы издеваетесь. Это так раздражает. Ничего себе, у нее разобрали все конфеты. Может, я смогу помочь? А, что это ты делаешь? Пс, эй, я знаю, как решить твою проблему. Взгляни-ка, это моя свинка. Давай, нажми на пятачок. Видишь, это диспенсер для конфет. Я покажу, как его сделать. Сперва берем вот такие детали из картона и прикрепляем еще три. Затем добавляем основу. Для следующего этапа нужно больше картона, а также несколько штырей. Берем вот такую деталь, штырь и две небольшие резинки. Теперь это можно легко поместить в корпус, который мы делаем. Вставим вот так и наденем резинку на эти штыри. Используем пинцет, так будет проще. Не забудьте приделать резинку и с другой стороны. Теперь надавим, и выпадает конфетка. Супер! Накроем крышкой и добавим желобы для конфет. Переднюю часть машины тоже надо закрыть. Почти готово. Добавим пластиковый контейнер для конфет и милую крышечку, чтобы конфеты не рассыпались. Гляди, ее легко открыть, чтобы добавить сладостей. О, для чего аппетитно! И так красочно! Закроем крышку и добавим немного декора. Вау! Конфеты просто отпад! Но эта милая свинка даже круче. Ладно, мне лучше вернуться на свое место. Эта штука просто супер. А! Окей, это было неожиданно. Не самая лучшая полка. Нужно ее выбросить. Тебе место вот здесь. Минутку. Интересно. Думаю, это пригодится. Положим торс манекена на стол. Затем разрежем его пополам и поместим внутрь полочки на равном расстоянии друг от друга. Теперь вновь приделаем вторую половину. Настало время декора. Вау, смотрится здорово. Поставлю вот здесь. Мне нравится этот цвет. Тут уйма места для всех моих вещей. И они будут в целости и сохранности. Именно то, что мне нужно. А, идеально. Вау! Что она вытворяет с мячом? Ей нет равных в дриблинге. Ого! Вот это да! А, поверить не могу! Мяч прикатился ко мне! Это мой шанс! Я тоже стану звездой баскетбола! Что это она делает с моим мячом? Да! Зацените эти движения! Что такое? О, нет! Кто ей позволил? Кидаю мяч! Вот так! Да! Даже близко не попала! Вообще-то, это мой мяч, так что с тебя хватит. Найди себе другое занятие. Что? Почему она такая жадная? Она думает, что ей все можно, только потому, что она умеет играть в баскетбол. Эй, что тут у нас? Это мне точно пригодится. Возьмем лист картона, а теперь проявим креатив. Нанесу полосу клея по длине трубки. Вот так. Теперь прижмем ее к этой плоской штуковине. Затем приделаем небольшие полоски вот таким образом. Ставим другой конец трубки в отверстие, которое я сделала в коробке. Дальше обруч. Без него играть в баскетбол нельзя. Использую этот пакет в качестве корзины. Надо только вырезать дно, чтобы мяч мог падать на землю. Ах, мой мяч сдулся. Но это тоже можно исправить с помощью картона. Окей, начинаю оттачивать мои навыки. Да, мой первый мяч попал в цель. Все работает. И еще один. Я лучшая. Да будет дождь! Вот чем я занимаюсь весь день! О, да! У меня столько денег! Похоже, время немного прибраться. Я помогу тебе, дорогая. О! Прошу, больше не надо. Больше не надо? Никто не смеет мне указывать. О, боже мой! Достаточно, Мэдисон! Вернись сюда немедленно! О! Не так быстро! Я уже не в том возрасте! Да, жаль, что ты слишком старый.
За что мне это наказание? О, минуту! Я знаю, как остановить это безумие. Все, что мне нужно, немного картона. Помещаем два штыря в середине квадрата. И надеваем сверху пружины. Поместим здесь вот такую деталь. И добавим эти куски по краям. Такие прикольные глазки. Немного цвета тоже не помешает. Хочешь узнать, что я смастерил? Вау! Милашка, правда? Смотри и учись. Ты голоден, малыш? Вот, угощайся. Что? Дай мне попробовать. Невероятно! Да! Сработало. А как же иначе? Смотрите, кто теперь подбирает монетки. Так намного веселее, правда? Да, уверена, он снова хочет есть. Это так здорово! А, о, лови! Врум, врум, врум! Я выиграю эту гонку! Никто меня не остановит! Пока, Сьюзен! Увидимся на следующей неделе! О, какой приятный день! Обожаю встречи с подругами! Мама положила ключи от машины вон туда! Ну что ж, пожалуй, начну готовить ужин! А что, если... Подберусь поближе, она не увидит меня из-за цветов. Хм, что за звуки? Это подозрительно. Ха, никого нет. Пора сменить цветы на этот папоротник. Осторожно, на цыпочках. Вот так. Ключи от машины у меня. Вау, взаправду. Ха-ха, прокатимся на настоящей машине. Вау, лучший день в моей жизни. О, отпустите, я не так уж быстро ехала. Мадам, это ваше? О, нет! Моя деточка! И моя машина! Ха, придется как-то еще удовлетворить мою жажду скорости. Берем лист картона и вырезаем несколько форм. Наносим немного клея вот тут, а теперь вот здесь. Приклеим сверху другую заготовку. Хорошо, и снова наносим клей. Приделаем еще одну деталь. Этого хватит. У третьей нет отверстия в центре. Что дальше? Ну, разумеется, снова клей. И опять помещаем один кусочек картона на другой. Неплохо. Теперь у нас достаточно слоев картона для поделки. Время покрасить нашу заготовку. Это самый классный этап. Мне так нравится оранжевый. Он такой яркий и красивый. И вуаля! Кладем сюда чехол от телефона. Я же все измерила. Подойдет идеально. Теперь снова вырезаем детали из картона и наносим клей. И, конечно же, склеиваем кусочки в несколько слоев. Дальше задача потруднее. Эту деталь можно приклеить под углом. Теперь дадим клею высохнуть, а затем можно красить. Пора собрать всю конструкцию. Ставим сюда при помощи батарейки. Та-да! Классный гоночный держатель для телефона. Врум-врум! Да! Я быстрее всех! Никто меня не догонит! Это лучшая игра на свете! И такой классный руль! Врум! О, так хочется есть! Ну ладно. Вернемся к работе. Или, может, стоит помыть это? Давай, не ленись. Хе-хем, милая! Оу, вот ты где! Да? Тебе пора заняться уборкой. Я так не думаю. Я только что сделала свои дела по дому. О! Теперь твоя очередь, пап. Так, мне нужно подумать. Хм, этот картон поможет решить проблему. У меня есть отличная идея. Делаем такие разрезы и наносим горячий клей по краю. А затем приклеиваем эти детали. Закончив с ними, поместим прищепку здесь, внизу. И добавим повсюду эти маленькие значки. Вот как это делается, ребята. Кто хочет поиграть в пинбол? Круто! Проигравший моет посуду. О, я готова сразиться. Начинай ты, Мэдисон. Поехали! О, одолеем этот изгиб. Еще чуть-чуть. 20 очков. Да! Хорошо, сейчас я попробую. Ха! О, нет! Кажется, посуду моешь ты, папочка. В следующий раз повезет. О! Как дела, пап? Еще одну помоешь? Спасибо! Пинбол? О чем я только думал? О, солнце такое яркое. Совсем не вижу экран телефона. Похоже, у тебя трудности. Кто здесь? Мне ничего не видно. Что происходит? Не волнуйся, могу предложить отличное решение. Та-дам! Эта коробка как раз для тебя. Вот так.
Внутри коробки всегда есть тень. Есть даже отверстие для телефона, чтобы не держать его в руках. Это видео такое смешное. Обожаю его. Не могу поверить, что они такое сделали с учителем. Отличная работа. Я знал, что все получится. Из картона можно сделать что угодно. Да, эти деньги можно добавить в копилку. Скорее бы накопить на покупку щеночка. Хочу, хочу, хочу. Щеночки – это круто. Нужно заранее придумать ему имя. Здесь столько пыли. Мои зубы. Нет. Вернитесь. О, нет. Это еще хуже. Пожалуйста, стой. Оу, теперь уже не достать. О, боже. Нет, она разбилась. Бабушка, что случилось с моей копилкой? Не бойся, бабушка все исправит. Мне нужно немного картона. Хорошо. И еще парочку, чтобы вышло несколько слоев. А теперь добавим красок, ведь копилка должна быть красивой. Берем эту круглую деталь. Тут нужен горячий клей. Собачка будет сидеть сверху. Хороший мальчик. Затем приделаем банку с прорезью в крышке. Готово. Вот это да! Собачка кушает монетки. Да, копилка отлично работает. До чего трудно протиснуться в дверь. О, наконец-то. О, боже, что с тобой случилось? Ну, я играла в футбол. Видела бы ты, как быстро я бегала за мячом. Окей, и что было дальше? Ну, дальше я боролась за мяч с одной из нападающих. Это было непросто, но я знала, что делаю. Я отняла у нее мяч и повела его в сторону ворот. А потом... Но... Я споткнулась. И упала. И мы проиграли матч. Все из-за того, что я споткнулась. О, меня это бесит. О, мне так ее жаль. Она обожает футбол. Ну, конечно. Есть идея. Итак, берем коробку из-под пиццы и раскрываем вот так. О, смотрится неплохо. Итак, пицца съедена. Теперь заклеим края скотчем. Отлично. А клеим дно зеленой бумагой. Добавим мелкие детали. Нужно, чтобы стало похоже на футбольное поле. А затем соломинки. Согнем их, вставим вот так и приделаем с помощью горячего клея. Добавим яркого стадионного декора. Хорошо, это соломинка для тебя, а это для меня. Теперь дуем. О, ну держись. Чтобы меня победить, нужно дуть сильнее. Оу, ты мне чуть не забила, но у меня классная защита. Ты меня ни за что не обыграешь. Оу, да, гол! Ура! Ну ладно, тогда матч-реванш. Поехали! Никто не смотрит. Это мой шанс поесть снеков. Почему так трудно открывается? Ну, давай же! О, нет! Пакет разорвался! Конец моим мечтам о вкусняшках. Эй, смотри, бесплатные конфеты! Круто! Стойте, это мои конфеты! Убирайтесь! О, одна осталась. Да ладно, вы издеваетесь. Это так раздражает. Ничего себе! У нее разобрали все конфеты. Может, я смогу помочь? А, что это ты делаешь? Пс! Эй! Я знаю, как решить твою проблему. Взгляни-ка! Это моя свинка. Давай, нажми на пятачок. Видишь? Это диспенсер для конфет. Я покажу, как его сделать. Сперва берем вот такие детали из картона и прикрепляем еще три. Затем добавляем основу. Для следующего этапа нужно больше картона, а также несколько штырей. Берем вот такую деталь, штырь и две небольшие резинки. Теперь это можно легко поместить в корпус, который мы делаем. Вставим вот так и наденем резинку на эти штыри. Используем пинцет, так будет проще. Не забудьте приделать резинку и с другой стороны. Теперь надавим, и выпадает конфетка. Супер! Накроем крышкой и добавим желобы для конфет. Переднюю часть машины тоже надо закрыть. Почти готово. Добавим пластиковый контейнер для конфет. И милую крышечку, чтобы конфеты не рассыпались. Гляди, ее легко открыть, чтобы добавить сладостей. О, до чего аппетитно. И так красочно. Закроем крышкой и добавим немного декора. Вау, конфеты просто отпад. Но эта милая свинка даже круче. Ладно, мне лучше вернуться на свое место. Врум, врум, врум! Я выиграю эту гонку! Никто меня не остановит!
Пока, Сьюзен. Увидимся на следующей неделе. О, какой приятный день. Обожаю встречи с подругами. Мама положила ключи от машины вон туда. Ну что ж, пожалуй, начну готовить ужин. А что, если... Подберусь поближе. Она не увидит меня из-за цветов. Хм, что за звуки? Это подозрительно. Ха, никого нет. Пора сменить цветы на этот папоротник. Осторожно, на цыпочках. Вот так. Ключи от машины у меня. Вау, взаправду. Ха-ха, прокатимся на настоящей машине. Вау, лучший день в моей жизни. О, отпустите, я не так уж быстро ехала. Мадам, это ваше. О нет, моя деточка и моя машина. Ха, придется как-то еще удовлетворить мою жажду скорости. Берем лист картона и вырезаем несколько форм. Наносим немного клея вот тут, а теперь вот здесь. Приклеим сверху другую заготовку. Хорошо, и снова наносим клей. Приделаем еще одну деталь. Этого хватит. У третьей нет отверстия в центре. Что дальше? Ну, разумеется, снова клей. И опять помещаем один кусочек картона на другой. Неплохо. Теперь у нас достаточно слоев картона для поделки. Время покрасить нашу заготовку. Это самый классный этап. Мне так нравится оранжевый. Он такой яркий и красивый. И вуаля! Кладем сюда чехол от телефона. Я уже все измерила. Подойдет идеально. Теперь снова вырезаем детали из картона и наносим клей. И, конечно же, склеиваем кусочки в несколько слоев. Дальше задача потруднее. Эту деталь можно приклеить под углом. Теперь дадим клею высохнуть, а затем можно красить. Пора собрать всю конструкцию. Ставим сюда при помощи батарейки. Та-да! Классный гоночный держатель для телефона. Врум-врум! Да, я быстрее всех. Никто меня не догонит. Это лучшая игра на свете. И такой классный руль. Врум! Вау! Что она вытворяет с мячом? Ей нет равных в дриблинге. Ого! Вот это да! Ох, поверить не могу. Мяч прикатился ко мне. Это мой шанс. Я тоже стану звездой баскетбола. Что это она делает с моим мячом? Да! Зацените эти движения. Что такое? О, нет! Кто ей позволил? Кидаю мяч. Вот так! Да! Ха-ха! Даже близко не попала. Вообще-то, это мой мяч. Так что с тебя хватит. Найди себе другое занятие. Что? Почему она такая жадная? Она думает, что ей все можно, только потому что она умеет играть в баскетбол. Эй, что тут у нас? Это мне точно пригодится. Возьмем лист картона, а теперь проявим креатив. Нанесу полосу клея по длине трубки. Вот так. Теперь прижмем ее к этой плоской штуковине. Затем приделаем небольшие полоски вот таким образом. Ставим другой конец трубки в отверстие, которое я сделала в коробке. Дальше обруч. Без него играть в баскетбол нельзя. Использую этот пакет в качестве корзины. Надо только вырезать дно, чтобы мяч мог падать на землю. Ах, мой мяч сдулся. Но это тоже можно исправить с помощью картона. Окей, начинаю оттачивать мои навыки. Да, мой первый мяч попал в цель. Все работает. И еще один. У-ху, я лучшая. Начинаем вечеринку. Танцуем, зажигаем. Ух, здесь так жарко. Думаю, мне стоит отдохнуть. Хм, нигде нет свободных мест. Что ж, похоже, нужно ловить момент. Эй, да ладно! Что ты делаешь? Мы тут сидим! О-о-о. О, нет, я упала. Кажется, сесть и впрямь негде. Эй, что там происходит? А, бутылка уже пустая. Надо ее выбросить. Ведро заполнено бутылками из-под газировки. Еще немного поищем? Да! Есть крутая идея. У меня есть бутылки и картонная коробка. Нужно сделать, чтобы все бутылки сюда поместились. Отлично! Теперь закрываем коробку и заклеиваем, чтобы она не открывалась. Эй, киньте мне эту подушку, пожалуйста. Спасибо, все будет просто супер. Положим сверху коврик и с боков тоже. Применю мои навыки шитья. Вот так. Нужно сшить эти коврики вместе. Окей, думаю, этого хватит. Отрежем лишнее. Чудесно, я сделала себе пуфик. И он такой милый. Пора возвратиться на вечеринку. Мне так нравится мой пуфик. Но теперь нужны снеки. Посмотрим. Взять что-нибудь поесть или что-нибудь попить? Точно, возьму попить. Эй, этот парень занял мой пуфик. О, чипсы. Спасибо. А
вы раньше делали что-нибудь из картона? Дайте знать в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями, поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок. Это там! О, какая прелесть! Какой приятный сюрприз! О, здесь записка! Это от Кевина! Он такой романтичный! Куда бы их поставить? Осторожно! Нет! О, еле поймала! Эта ваза получше! Попробуем снова! Серьезно? Почему это происходит? Вот так-то лучше! Ну все, я сдаюсь! Подумаешь, цветы! Хотя... эти камушки могут помочь! Есть крутая идея! Вот так! Помещаем камни в вазу. Теперь залью волшебное зелье. Шучу, это просто особая жидкость. Она поможет удержать цветы в вазе. Окей, думаю, теперь можно ставить цветы. О, смотрится просто супер. Я так рада, что это придумала. Эта ваза так подходит цветам. Нужно поблагодарить Кевина. Начинаем вечеринку. Танцуем, зажигаем. Здесь так жарко. Думаю, мне стоит отдохнуть. Нигде нет свободных мест. Что ж, похоже, нужно ловить момент. Эй, да ладно! Что ты делаешь? Мы тут сидим. О, нет, я упала. Кажется, сесть и впрямь негде. Эй, что там происходит? Бутылка уже пустая. Надо ее выбросить. Ведро заполнено бутылками из-под газировки. Еще немного поищем? Да. Есть крутая идея. У меня есть бутылки и картонная коробка. Нужно сделать, чтобы все бутылки сюда поместились. Отлично! Теперь закрываем коробку и заклеиваем, чтобы она не открывалась. Эй, киньте мне эту подушку, пожалуйста. Спасибо, все будет просто супер. Положим сверху коврик и с боков тоже. Применю мои навыки шитья. Вот так. Нужно сшить эти коврики вместе. Окей, думаю, этого хватит. Отрежем лишнее. Чудесно, я сделала себе пуфик. И он такой милый. Пора возвратиться на вечеринку. Мне так нравится мой пупик. Но теперь нужны снеки. Посмотрим. Взять что-нибудь поесть или что-нибудь попить? Точно, возьму попить. Эй, этот парень занял мой пупик. О, чипсы. Спасибо. Нет, я что-то пропустил? Нет, фильм только начался. Дай мне минутку. Устроимся поудобнее. Вот, хорошо. Это что, дыра? Как это случилось? Извини. Я возьму это одеяло. Все в порядке. Я сейчас. О, да. Смотри. Куда? В смысле, хорошо. Вот, это должно помочь. Закрою ей дыру, видишь? О, ну да. Вот в чем дело. Я так и думала. Сейчас вернусь. Я знаю способ получше. Мне нужны эти старые футболки. Расстелю футболку на столе. И разрежу посередине. Нужно разрезать ее насквозь. Но не до конца. Я хочу вырезать изображение. Окей, неплохо. Мне нужно только это. Теперь положим вот здесь. Сделаем то же с другими футболками, чтобы набралось много картинок. А затем сошьем их все вместе. Получилось лоскутное одеяло. Смотри, что у меня. О, выглядит так уютно. Вау, как здорово. Наконец-то. Очень крутой дизайн. Я сама все сделала. Ты это заслужила. Обожаю такие вечера. О, наконец-то можно отдохнуть. Как же приятно. Вы готовы, ребятки? Тогда берегите свои уши. Мэдисон, уже слишком поздно для рок-музыки. Гляди, как я умею. Прошу, мне нужно выспаться. Ладно. Может, если я буду играть тихо? О, ну и ночка мне предстоит. Да! Мои фанаты, это для вас. Вау! Меня хватит! Это коробка от гитары Мэдисон? Думаю, она мне поможет спасти мои уши.
Забрезжил луч надежды. Вот так. Гитара из картона. Видите? А теперь пополам. Кладем вот так. И делаем отверстие. А затем натягиваем струны из ниток. Закрепим их липкой лентой. Нанесем горячий клей по всей внутренней поверхности. И готово! Выглядит совсем как настоящее. Но была не была. Давай меняться. Все прошло на удивление легко. Какое облегчение. Доброй ночи, моя маленькая рок-звезда. Да! А вы раньше делали что-нибудь из картона? Дайте знать в комментариях. Не забудьте поделиться видео с друзьями, поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.